Представляю вам бойца в синем углу клетки. Ему 22 года, рост 184 сантиметра. Его вес составил 66,6 килограммов. Его профессиональный рекорд. 5 побед, лишь одно поражение. Базовый стиль кикбоксинг. Он из города Хорок. Республики Таджикистан. Фируз Назаралиев. Его соперник в красном углу. Ему 21 год, рост 178 сантиметров. Его вес составил 66,6 килограммов. Профессиональный рекорд. 4 победы, 0 поражений. Базовый стиль ушу саньда. Он из города Грозный. Россия. Джабраил Мальсагав. Рефери Ашот Ашугян. Ну что ж, тот самый момент, когда мы ждем и имеем все основания ждать яркий поединок. Без всяких оговорок. Да, первый раунд единоборств, ушу саньда, кикбоксинг. Это очень красивый вид спорта, и тем более, когда они хорошо еще адаптированы под ММА. В этих перчатках, да, в этой экипировке очень классно смотрится. Представители этих дисциплин. Да, ну целое поколение выросло, в общем-то, имея своим любимым бойцом Мирка Филипповича. До этого поколения Жан-Клода Ван Дамма. И вот новые герои потихонечку штурмуют вершину для того, чтобы следующее поколение выросло, имея их своим примером. Ну сейчас, да, тоже поколение растет, любуясь боями. Правда, сейчас достаточно давно не выступает, но тем не менее забито сам. Это вы по прическе вспомнили, да? Ну и да, хотя по прическе больше похож на него Фируз Назаралиев, а стиль Джабраила Мальсагова. Так что можно сказать, что микс в среднем забит где-то здесь с нами. Ну и, в общем-то, логично для высокоуровневых ударников начали они с разведки. И вот после долгой разведки хорошая и точная сразу же серия. Вообще вот это вот умение боксировать, не нанося удары, то, чем сейчас, по сути, занимаются оба спортсмена, да? Это очень большое дело. Вы посмотрите, более точен. Я сейчас на всякий случай просто проговорю, что имею в виду. Вот сейчас они производят большое количество разных действий. И каждое это действие приносит свои плоды. При том, что ударов не так много, но они сейчас именно что боксируют. Их тело постоянно в работе. Постоянные уклоны вправо-влево. В каждый момент они могут либо перейти в полноценный уклон, либо, соответственно, превратится в удар. И при этом каждый раз они помогают посмотреть реакцию своего оппонента на эти действия. То есть даже просто такая раскачка. Не подскажешь сейчас. Она может принести. Сага, он тоже скачал на ноги. Да, не получилось этим воспользоваться у таджикского спортсмена. Если мы отмечали, что Фируз Назаралиев более точен в начале, да, в самом, то вот последние, наверное, минуту чуть больше начинает попадать Джабраил Мальсагов. Да, соглашусь с вами. О, здорово. Да, это хороший хайкик в ответ на джеб. Вообще хайкик с передней ноги, это, конечно, большое искусство. Есть люди, которые владеют передней ногой практически как джебом. Ну, штучный, конечно, экземпляр. Попал сейчас. Впал? Да, разумеется, непреднамеренно. Но, тем не менее, сейчас я думаю, от этого не сильно легче. Лучше, да. Легче удар от этого не стал. Ну, это, кстати, совершенно регулярная тема. Вот эти внутренние лукики практически в половине. Ну, ладно, не в половине, но в существенном, не знаю, процентах 20 приводит к таким ударам в пах. Да, пожали руки бойцы. Ничего, совершенно рабочий эпизод. Со всеми бывает. И полетели дальше.
Хороший жесткий лоу-кик, действительно сандаистский. Не похож он на тайский, который выводится как бы несколько сверху. Есть ощущение, что чуть более заряжен на ногах чеченский спортсмен. И сейчас попытка перевода от него. Ну, не сказать, чтобы это именно то, чего мы ожидали. Ну, почему нет, с другой стороны? Ну да, это как бы тактически очень важно. Концовку, да, забрать. Ну, чтобы тейкдаун. И посмотрите, появилась первая кровь в этом поединке. Нос разбитому Крузу не заролило. Еще лок и добавляет Джабраил Мальсагов. Ну и очевидно оставит такие за собой этот раунд. Если сейчас не случится чего-то очень интересного, к примеру. Ух ты, ничего себе! Так какой-то он так шею обхватил, это удушающий. И сдача! Фантастика! Фантастика! Он шикарно! Неимоверный характер. Это очень редкий прием, который получается только у людей с вот такими длинными конечностями. Вот такие вот длинные руки. А волосы тоже конечности. Нет, ну вот именно с этого положения взять гильотину, да, очень тяжело. Да, и там, ну, уже рисковал, наверное, что шикарно затравмироваться. Совершенно неожиданно. Если не постучал, да. И шикарнейшая победа. Это уже претендент на прием вечером. Вполне, вполне. Потому что и бой очень яркий. И, в общем-то, в данный момент по судейским запискам на него наверняка проигрывал. Ну, первый раунд, это, в общем-то, ничего страшного. Но как в итоге неожиданно все это получилось? Какая неожиданная развязка. Как он вышел-то на этот прием? Я даже пропустил это стартовое движение, стартовый выход. Бой остановлен на 4 минуте 30 секунде первого раунда. Победу удушающим приемом одержал Фируз Назаралиев! Харок, Республика Таджикистан. И ваши аплодисменты его сопернику Джабраилу Мальсагову.